Студенты Севастопольского государственного университета будут обучаться военному делу. 28 апреля правительство Севастополя выпустило распоряжение о создании военной кафедры на базе вуза. Решение приняли после многочисленных проверок. Приезжали различные комиссии и из Южного военного округа, и из Центрального аппарата. Смотрели объекты инфраструктуры, смотрели материально-техническое обеспечение университета. И в целом вот работа завершилась позитивно. Прием на кафедре составит 220 человек. Первый набор пройдет из студентов второго и третьего курсов. 120 из них в течение 3 лет будут обучаться на офицеров. Оставшиеся 100 мест предназначены для сержантского состава, время обучения 2 года, и рядовых 1 год. Во-первых, учитывая то, что мы находимся в славном городе Севастополе, это первое. Второе, что здесь база Черноморского флота. Третий важный момент, что наш университет, он классический университет, но мы в своей стратегии задали морской вектор развития. Поэтому и кафедра, естественно, ориентирована на нужды флота. Военная кафедра будет находиться на северной стороне города в бухте Голландия на базе бывшего высшего военно-морского инженерного училища. Обучение будет бесплатным. Прием планируют осуществлять с 1 сентября 2016 года.